Добро пожаловать! Я виртуальный ассистент Салют. Приглашаю вас в большое путешествие через пространство и время. Вы заглянете в прошлое, когда мир был совсем другим, а история Сбера только начиналась. Пройдете через разные эпохи и увидите, как развивалась наша страна, а вместе с ней менялся и Сбер. 182 года большой истории промчатся перед вами. Путешествие вот-вот начнется. Приготовьтесь. Мы отправляемся. 3, 2, 1, старт! Октября 1841 года. Император Николай I подписывает указ о создании в России сберегательных касс. 1 марта 1842 года. Сберегательная касса открывает двери для петербуржцев. Чиновник Николай Антонович Кристофари делает вклад 10 рублей и становится первым в истории клиентом Сбера. Через месяц кассы открываются и в Москве. 1862 год. Одними сберегательными кассами руководил Государственный банк. С тех пор их история неразрывно связана друг с другом. 1917. Год больших перемен и великих потрясений. Это время было непростым для всех. И для сберегательных касс тоже. В 1921 году правительство Советской России объявляет о реформах. Наступает временный опад, новые экономические.